Мне очень жаль. Да, не сомневаюсь. Я знаю, он твой друг. Не нужна мне твоя жалость, и ему не нужна. Да. Ему был нужен друг, который бы его не бросил. Я теперь виноват в том, чего я не делал. Я его сюда не сажал. Да подумаешь, люди мрут каждую минуту. Сколько народу полегло за тебя. Но ты же у нас президентская дочь. Ради тебя не жалко. Вот так накрылась твоя пиар-поездочка. Я сюда приехала, чтобы убедиться, что тут с людьми обращаются по-человечески. Знаешь что, легко быть святой, когда нечего терять. Вот придет пора чем-то жертвовать, тогда и поймешь, кто ты такая. Большинство бегут в кусты. Только не ты, да? Да. Да. Ты жертвуешь друзьями. Вот оно. А вот и спасатели. Это не спасатели. Пошли. Ты же говорил, тут будет два места. А нет, две шлюпки. Ты лети в это, а я потом на второй. А где вторая? Все, не до разговоров. Садись. Ну ты же полетишь на второй, да? Сразу за тобой, не бойся. Обещай мне. Да, обещаю, честное слово. Все-таки как тебя зовут? Скажу тебе на земле. Прогуляемся, куплю тебе мороженое. СМС-1 стартовала шлюпка. Ты подумай, твой лентяй справился. Вот так ты выполняешь обещание? Ты что наделала? Зачем ты вылезла оттуда? Я поняла, что только я спасу заложников от гибели. Да ты чё? Интересно, как? Мой отец не разрешит штурм, пока я еще здесь. Ты своего отца вообще видела? Не надо, мы должны помочь этим людям. Слушай, я не могу, ясно? Был бы рад, но... не могу. Мэй сказал мне, где чемодан. Вранье. Перед самой смертью. Правда? И где же он? Поможешь мне, скажу. Ну, началось. Или ты без яиц родился? Ладно. Не хочешь, не верь. Я вообще говорить не хотела, но повелась на твое дурацкое благородство. Ладно, стой. Яйца у меня, будь здоров, ясно?